Последнее право. Перевод от Джанет для сайта хихидок.ру. Озвучивал хихикающий доктор. Покайся! Этот гребаный мир скоро погибнет! Так, ладно, расслабься, убери пушку. Ты ошибся, ты должно быть ошибся адресом. Это какая-то ошибка. Что происходит? Виктория! Так, ну что же, давайте все сначала. Значит, вы говорите, двое мужчин, которых вы никогда раньше не видели, пришли, чтобы убить вас. Есть для этого причины. Возможно, вы сделали какие-то компрометирующие снимки. Как я уже сказал, только один пытался меня убить, другой спас мне жизнь. И умер ради этого, даже не зная вас. Разве это не странно? Три человека погибли, включая вашего редактора, мисс Прада. И при этом не имея никакой очевидной связи с вами. Случилось то, что кто-то пытался убить меня. Это делает меня жертвой, а не преступником. Разграничительная линия между этими понятиями весьма тонкая, ее легко перешагнуть. Но я хочу вам верить, что это всего лишь трагическое совпадение. Серьезно. На данный момент мне не нужны осложнения. Но факты налицо. Три трупа, очень странный нож, пистолет с глушителем. И вы даже не ранены. Поймите меня, это моя работа, подозревать. Да, Мариам, это Тео, ты меня помнишь? Конечно, я рада, что ты позвонил. Хочешь, чтобы я тебе что-нибудь приготовила? Тео, у тебя все нормально? Ответь мне, Тео.